Honda M600S. На автомате. Работает мягенько. Тормозные диски с минимальным износом. Резина по центру чуть-чуть подстертая, но остаток еще хороший. Пыльнички чуть-чуть потрескавшиеся. Резинка сухая, где ничего не бежит. Двигатель работает мягко. Автомат, подогрев ручек работает, передачи, ручник, 30 тысяч пробега, лапка отсутствует, цепи звезда еще в хорошем состоянии, по пластику замечаний никаких нету. Да, и резина. Задний тормозной диск также без износа. Мотоцикл работает мягко, ровно. Для города самая идеальная техника.